твоя тревога. Но есть одна для всех весна, Берлинская дорога. Плеснул на землю, поменем. Ну что, в общем, мы посмотрели Мамаев курган, такую достопримечательность. Пришли в гостиницу, но еще нет часа, поэтому мы идем в торговый центр перекусить. Там по дороге не попался никакой ресторан, поэтому сейчас торговый центр перекусим, потом заселимся, пойдем в дом Павлова, там панораму, наверное, посмотрим. Но это как карта уже ляжет, как говорится. Все, движемся дальше. В таком заведении мы сидим, подозрительном. Да. Почему? Сейчас я покажу. Поднялись, в общем, на самый верхний этаж. У них фудкорт, вообще странно, все закрыто. То есть, ну, эти работают, лавки, а сесть некуда. И вот, смотрите, на паузе. Можете почитать? Не хочу это озвучивать. Вот такое вот. Странная какая-то тема. Нам принесли меню. Я, честно говоря, подумал, что это заведение Armani Jeans. А как оно называется, Оля? Art Joker. Art Joker? Я люблю, картиночки здесь есть. Да, зато здесь есть картиночки. Тут обед стоит. Очень цены недорогие. Что-то да, цены. Ну как, нормальные цены. Что, 500 рублей. 500 рублей. И вот пицца 600. Ну, в общем, тут такое. Мы сидим такие, как в ресторане, а наши друзья сидят такие, как в вагоне. Ой, тут вон второе самое есть. А еще здесь вот девчонки танцуют. Сейчас закрыто, это бар. Здесь есть, пожалуйста, вам сцена. В общем, это, походу, дискобар какой-то. А я думаю, что это вот это такое они выставили? Там тоже старые телевизоры. Поэтому здесь такое все... Поели, ну, так себе. Это, оказывается, вообще похож на ночной клуб. Какой-то... О, здесь все закрыто. Смотри, а рыбки-то живут. А кто их кормит, интересно? Что такое аквариум здоровый? А рыбы какие? Скалярии здоровые. Ничего себе. Ой, а у нас дома вот такие оранжевенькие. Посмотри, у нас дома, Илон, такие же вот эти оранжевенькие. В общем, странная тема. Здесь фудкорт вообще весь закрыт. То есть, ну, как бы работает вот эти штуки, а сесть вообще нигде нельзя. Вообще непонятно, что это такое. Мы не поняли. Вот работает боулинг. Здесь посидеть можно. В этом Art Joker можно посидеть. А все остальное, все закрыто. Ну, поели мы, ну, так себе. Норм, как в столовой. Не знаю, сколько Оля заплатила. Оля, сколько ты заплатила? 830 рублей. А, ну мы взяли два бизнес-ланча, Илона взяла... Что там взяла роллы ты? Роллы и сметанку. И сметанку. И все. В общем, этот торговый центр, как он, Европа называется? Европа. Вообще полупустой. Ё-моё, а что, мы так и будем тут идти? Ну что за... То есть они экономят еще на электричестве, на эскалаторах, да? Пандемия. Вообще отлично все. Мы были на четвертом этаже, а здесь вон... Какая-то балетная школа балета, вон. Какая-то экстремальная зона. Это третий этаж. Здесь школа искусств. Что рисуют, шьют. Конечно, половина торгового центра вообще закрыта наглухо. Ох, ё-моё. Ну, еще раз хочу сказать, что гостиница новая. Так, какой номер-то у нас? 902. Вот, пожалуйста, 902. Двери такие большие, широкие. Вообще очень уютненько. Да? Даже боюсь. Ну что? Даже боюсь. Ёлки, какой он огромный. Угу. Слушай, а что это? Смотри, какой он здоровый. А потолки, смотри, какие высокие, обалдеть. Именно поэтому я себя чувствую. Телевизор новенький, большой. Ну, мебель хорошая, ну, видно. Так, шкафчик. О, это что? Фен. Вот сразу подарок, пожалуйста. Добычу какую-то нашел. Презент. Презент надо, даже в упаковочке такой. Так, что у нас здесь? Ну, холодильник, скорее всего, пустой. Нет, есть записка. Чайник, кофе, чай, вода.
Конечно, должны. Разобрались со светом, пожалуйста. Тут даже ванна есть. Обычно в последнее время постоянно... А, унитаз хороший. Полотенец целая куча. Хорошее зеркало. Так, все есть, пожалуйста, здесь зубные щетки. Отлично. Внизу полочка тоже с полотенцем. Еще полотенец очень много. Так, что вы там наблюдаете? Родину, ну-ка. Мать, видать. Видать мать? Да, посмотри. Родину. Посмотри. О, а это что за площадь? Драматический чай. Драматический чай? Ты серьезно? Да нет. А вон родину мать видно. А вот эта новая дорога вот идет. И она уходит в мостик, который вот так колеблется. Периодически, наверное. Ну так, как-то такое впечатление, вроде должно быть красиво все это, но такое неухоженное почему-то, непонятное. Как будто здесь, кто, мэр не россиянин, я не знаю. Так, ну так все, рум-тур закончился. Ладно, еще раз подождите. О, смотри, что-то здесь есть. Сейф, доска, тапки, белые, кстати. А, утюг, а с этой стороны деньги нет. Блин, денег нет. Ну, здесь зато есть вот вешалки хорошие. И вот это для чемодана стойка. У нас чемодана нет. Да, у нас вообще. Что у нас с гостишкой по цене? У нас семейный тройной номер стоит сколько? Завтрака, Моля? 8400, но это дорого. 8400, неважно. Как бы сами определились. А стандартный сколько стоит завтраком? 5000 на двоих. 5000 на двоих. Вот такой вот ценник. Но это, извините, Holiday. Нет, ну почему я... Или что, Hilton. Hilton. Ну и что, Hilton. Я почему говорю дорого? Потому что я возмущалась, мы могли взять номер за прям 5000. Ой, давайте вот это опустим. В общем... А Вова возмущался. Вот такой ценник. Гостиница новая, прикольная, чистая, аккуратная. Завтра еще завтрак снимем. Ну, кстати, странно, что они этот номер называют семейным. Да он большой. Ну, он просто большой. Ну, семейный. А где вторая комната? Музей «Панорама». Сталинградская битва. Вот это вот, я, честно говоря, что-то не совсем понимаю, что в таком состоянии это происходит. Машины внизу. Что-то я не пойму, а что? Смотри, дочь-то после войны сохранился. Дом этот. Немножко разочарование, потому что все закрыто. Панорама. А! Блин, да что ж такое? Со стороны чего? Да, я уже разочаровался. Оль, ну расскажи, ладно, что мы здесь? Бородинская битва есть вот панорама в Москве. Да, то, что? Вот это то же самое, только о Сталинградской битве. Угу. Что там внутри, я не а знаю. А вот это дом Павлова же, да, я так понимаю? Нет, был? Это не дом Павлова. Блин, я что, наврал это, опять? Конечно, все? Это разрушенная мельница. Вот это не мельница, это дом там. Это не дом Павлова. Еще раз говорю тебе. Но это не мельница точно, мельница, слушай. Мельница написана. Ладно, короче, мы идем. Сейчас обойдем. Вон мельница, похоже, вон, видишь? Вот это дом Павлова, вон он. А, то отреставрированный, что ли? Он отреставрированный, только стену одну они оставили, как память. Ага, понятно. Где он нас остановил вообще? Там, где ему было выгодно таксисту, вообще с задней стороны. А что это за дом разрушенный, Оля? Мельница? Мельница Гергарта. Ага. Здание паровой мельницы начала 20 века разрушено в Сталинградской битве и не восстановлено как память о войне. Понятно. Вот это старая какая-то техника. О, одноглазый танк. Алло, да? Володенька, вы на Бородинскую панораму поехали, что ли? На Кутузовской? Да, да, так и есть. В Москву. Нет. Ладно, мы сейчас мы все уже идем, давай. Так, здесь ухо, ушечки разные. Все в таком состоянии. Покрашено, красивенько. Фотосъемка с человека 100, видеосъемка 250, аудиогид 200 рублей. И вот девочка
А вход сколько? Взрослый 250, учащийся 150, дети до 16 бесплатно. Илона бесплатно. Здесь фото, гардеробная и сувенирный магазин. Но мы выйдем, надо нам купить тарелочку. Ну что, начало осмотра, поехали. Это двоечка почему-то. Ой. Военная амуниция. О, нифига себе, бомба какая. Здоровая. Да, у меня родственники сказали, что это... Ну, здесь, конечно, симпатично все. Все, что собрали. Видно, но панорама, естественно, была более старой, чем наш вот этот музей, Парк Победы. 1418 шагов, которые... Так, это блиндаж здесь. Ух ты, елки-палки. Здесь тоже, скорее всего, уже музей такой после ремонта. Ну, внутри, по крайней мере. Зенитка, прожектора. Освещение не очень, но тем не менее. Так, уже трубка какая в то время-то была. Симпатичная. Так, это третий, да. Третий зал. Здесь орудия всякое разные, минометные снаряды. А это что такое? Бутылка? А, зажигательная смесь. Можно все почитать, вот там. А, вон точно баркод. Или как QR-код? На третий зал. Ага. Здесь тоже вон можно. Ты что, кому позвонить хочешь, что ли? Ой, вон. Неизвестно. И, конечно, музей прикольный, но наш вообще капец там, да? Ну да. А, здесь ордена. Блин, тут по водопровод отсоединиться. Так, орден. Вот здесь можно незрячим почитать. За оборону Сталинграда. Для вооружения погибших советских войн. Угу, вижу. Здесь тоже вооружение. Снайперская винтовка. О, знаменитый Максим. Противотанковые орудия разные. Очень много орденов всяких разных. Красной звезды и орден Сталинграда. О, сверху какое. Как прикольно сделано. Это все реально бетоном валито вот это. А? Туда венгом занимается, как он такой костюм. Скорее всего, глубоководный. Минометное орудие разного калибра. О, вот так выглядел Сталинград. Ну, Волгоград нынешний. Просто все раздолбано. Просто от города ничего не осталось. Бои ушли летом и осенью в 42-м году. Так, все это. Военные билеты солдат разных. Он чуть другой музей, да, этот. Такой прям музей-музей. Пятый зал у нас. И что здесь?
Ну, это знамена. Так, здесь, в общем, тоже музей разбит по залам, по тематике. Вот это станки, на которых делали орудия, оружие, боеприпасы. Орден Ленина. Ничего себе. Это буханка хлеба. Ничего себе, какая она. Это старая буханка хлеба. Интересно, не заплесневела до сих пор. Здесь вот орден за Сталинграда нету. Да, напомню фронту. Шестой зал. Так, здесь поезда у нас перевозившие, там танки и так далее. Тоже дорожный, там самоходный паром. Там поезда как перевозили раньше. Макет Катюши, а это, я так понимаю, ракеты от Катюши, реактивные снаряды. Пушки, о, мотоцикл. Сталинград. Ламба битвы. Это Урал, похоже, мотоцикл Урал. Так, музей-то такой маленький, но он по кругу идет тоже. Так, что здесь у нас? Ну, это одежда летчика. Всякие разные награды, аксессуары военные. Седьмой зал. И мы попадаем какой-то зал офицеров, генералов. Тут мундиры, личные вещи, кортики. Ага, ну здесь все они подписаны. Наши главнокомандующие. А вот их ордена. Да, здесь рай для коллекционеров. Как восьмой зал. Ну что, здесь тоже аксессуары, фотоаппараты, часы, бинокли, мотоцикл, пулемет. Это, по-моему, немецкий. Да, это немецкое все вот. А вон знак их валяется. Что это? У нас тоже были такие стулья. Да, у нас тоже такие были. Ну что, красиво сделано. Так, следы, смотрите, от танка. Вон танк уезжает, отъезжает. То есть тележку с бензином. Это сейчас, кто на Хаммерах ездит, либо на американских джипах, с собой надо возить столько бензина. Так. Что дальше мы имеем? Ух, нифига себе. Похож на Урал, я не пойму, то ли Урал похож на БМВ, то ли БМВ на Урал. Вот так вот выглядит. А. Здесь, да, все. Все инсталляция с каких-то сражений. Так, еще, наверное, а здесь вот что-то происходит тоже. Еще вот центральный зал. Ого, тут как все, тоже симпатично. Тут еще, кстати, есть вход наверх. Так, мы на второй этаж. Значит, на первом этаже получается два круга, большой и маленький круг с музеем. Мы сейчас идем на вторую, на второй этаж, вернее, там панорама написана. Там, скорее всего, будет вот такой
план, что ли. То есть мы уже на один этаж выше поднялись, а здесь еще наверх, на панораму. Ё-моё! И еще наверх. Сможем посидеть, кто устал. Но пока фитиль горит, надо идти наверх. Короче, вот это и есть панорама на третьем этаже. Ну, вот это вот как Бородинская панорама, точно. Да? Пробежимся сейчас по кругу. Посмотрим. Вышли мы из музея. Ну что, Илон, как тебе? Мне на самом деле очень понравилось. Очень понравилось? Да. Классно. Оля, а у тебя как впечатление? Оля сказала, ну так себе. Ну потому что она видела уже новейшие музеи. Что-то здесь что происходит. Здесь все еще в стадии непонятной. Все раздолбанное. Было желание, да, отремонтировать, но что-то, по-моему, плюнули на это дело. Это тяжелые танки, вот послевоенные уже, скорее всего. Да, вот это уже вообще на современный похож. Можно? Почему нет? Вот камни набросали жертвам политической репрессии. А это река Волга. Да, что ну, набережная в таком состоянии, просто плакать хочется. Слушай, вообще странно, да, здесь? Блин, руководители города вообще где? Где? На яхте плывут вон там? А вон тот новый мост. Ну, такая вот здесь картина непонятная. Ну, в целом-то так, ничего. Ну, Волгоград нам, в общем, что-то не очень заходит. Мы вот сейчас ездим, ходим по таким местам значимым для этого города. А так, в принципе, такое непонятное. Как город сам, как город. Я не говорю, как что-то. Новых домов понастроили. То есть денег хватило инвесторов. А вот так подтянуть инвесторов рядом, как-то облагородить. Нет, да? Ну ладно, мы сувенирку, нам тарелка все-таки нужна. А, здесь еще вон есть паровоз. От слова пар. Паровоз. Вот здесь интересно, смотрите, где танки, экспозиция, да? Хороший газон. Переходим сюда. Вообще непонятно, что. Вообще непонятно. Блин, администрация города вообще минус капец. Еще раз мы подошли к этой мельнице разрушенной. Ну да, называется мельница. Так, это панорама у нас, а это дом Павлова. Ну, то есть то, что от него осталось, там новый дом построили на его месте, а стену оставили. В общем, здесь 58 дней защищали свои позиции ребята во главе с сержантом по фамилии Павлов. Ну, такая вот история грустная. Оля там фотографирует. Да, впечатление, наверное, правильно сделали, что оставили. Впечатление такое прям. Давным-давно была война. Давным-давно прошла она. Для тех, кто жив, она была когда-то. Но помним мы, как в пламя шли и как страну для нас спасли. Солдаты, солдаты, солдаты. Что
что это такое? Композиция «Бармалей» называется. «Бармалей»? А что он тут делает? Ну, она тут как бы и была до этого? Установили ее. Я имею в виду, во время войны была? Нет, конечно. Потом установили уже. Дети войны. Ага, старая машинка какая-то. Вот, мы подошли к тому, что осталось от дома Павлова. К этой стене, куску. Здесь, в этом доме, в общем, жили два героя Советского Союза. Так. Ну, вот это... А где на Красной не площади знаю. Написано «Красная площадь»? В общем, да. Не поняла. Не, ну есть в этом какой-то смысл. Почему здесь не написано? Конечно, все знают. Мемориальная стена построена. Чем мемориальная стена построена комсомольцами и молодежи города, героя Волгограда. В честь сыграли победы советского народа и Отечественной войны. Спасибо. Ну, здесь написано другое. Я, насколько понимаю, это вообще одна из центральных улиц. Смотрите, как вот этот вот тротуар такой широкий. Тут можно две полосы дорожного движения сделать еще. В таком состоянии просто ужас. Ноги отбили себе все уже. Ну, дорога еще более-менее, но вот это просто ни в какие ворота. Ну, это, конечно, все не относится к жителям, это относится к руководству. Меняют, меняют, а толку без толку. Да, вот так вот винтажно, да, все? И такая лестница на набережную была когда-то. Все в граните, но в таком состоянии. Мы сейчас, в общем, к чему пришли? Что здесь просто не хватает рабочих гастарбайтеров. Почему? Потому что, ну, в крупных городах, видимо, больше платят им. Они нам тут там тусуются и там и работают. Вот такой вывод. А здесь вообще нет никого. Мы бы не видели вообще, вот сколько ходим целый день, чтобы кто-то что-то убирал, кто-то что-то делал. Ну, все само здесь такое вот. Все само собой. Перерабатывается, видимо. А ты знаешь, нет. Мы с двумя ездили так? Что здесь погибшим? Дни один. Сталинградской битвы. Памятник. Вот эта часть набережной, которую, походу, отреставрировали. Вот это порт. Вон, дома как в Митино. О, здесь на площадке видно, приезжают дрифтеры. Или как правильно сказать? Дрифтует он. Ну, красиво здесь. Здесь сделали, да. Постарались. Прям реально красиво. И походу здесь и дорога новая. Все, сейчас мы вам дойдем, вот посмотрим и... там. Лестница. Ну, здесь вокруг облагородили, в общем. Вот так вот. А вон там я вижу купол нового храма, который построили. И завтра его, по-моему, будут открывать на День города. А мы... Ну, завтра или послезавтра, а мы просто не успеем. Ладно, я не знаю, полетаем на квадрике? А, Серег? Посмотрим. Ну, так это все и выглядит. Ну, симпатичное местечко, ничего не скажешь. Но вот где мы шли до этого, разруха полнейшая. Туда, видимо, что-то построили. Не знаю. Волгоград, пою тебя как песню. Волгоград, я тут к тебе и брат. Волгоград, единством живи честью. Волгоград, пою тебя как песню. Волгоград, я друг тебе и брат. Что, посмотрели набережную лестницу? Как она называется, Оль, набережная лестница, говорю? А как правильно? Центральная. Центральная лестница на набережной, короче. Да. Ах, движемся по аллее. Смотри, какой собор большой. Так, это Аллея Славы какая-то, да? Герой Советского Союза.
достойное звание за подвиги в Сталинградской битве. Ну, героев здесь очень много. Вон. Ну, я так понимаю, что это основная променадная улица Волгограда. Она вот упирается в Вечный огонь и в храм. Мы туда не пойдем, может, сходим? В общем, все-таки я своих уговорил зайти сюда. Здесь куда ни повернись, о, везде... Природно-исторический памятник. Вот. Тополь этот пронес жизнь свою через битву великую. Понятно вам. Да. А вы бы сейчас, если вон там повернули, бы не увидели этот тополь. Везде памятники, а вот это Вечный огонь. Сейчас мы до него дойдем и повернем налево. Сейчас мы туда подойдем, посмотрим. Похоже, вообще все свежее, новенькое. Вот здесь хорошо хотя бы, где памятники. Вот так нормально, все, газончик. Видно, постриженный. Аккуратно что-то посадили. Хоть это приятно. Так, мы сюда подходим, а с правой стороны исторический магазин. Ну, универмаг. А, не, не совсем это все новое. Выглядит. Слушай, так газ шумит, что ли, я не пойму. А, нет, это за памятником. Да, да, я понял. Правильно, туда. Ну, в общем, красиво. А, здесь что-то, посмотри, что-то происходит там. Ко дню города готовятся. Они, видишь, сцену делают. Что-то летает, снимают. Открытие храма будет. Придем? Нет, мы уезжаем утром. Жалко, опять придется приехать в этот славный город. А вот гостиница «Волгоград», где я хотела снять номер, а ты сказала, что ты здесь жил. А, я здесь жил же. А, это здесь, что ли? Да, ничего это себе. В центре. Нифига. Да, этого не было реально. В общем, понятно все. Не хочу обижать. Как правильно сказать, волгоградцев? Волгоградцев. Они не виноваты. Не, они виноваты абсолютно, жители, но, блин, руководство вообще удивляет. Такого быть не должно в таком городе. Это, я считаю, великий город, тем более город-герой. Правильно? Конечно. Да, ну мы все. На этом сегодня съемку заканчиваем. И, скорее всего... Это не точно. Скорее всего, заканчиваем вообще по Волгограду съемку. Так, все, что могли, обошли на своих двоих. Ну, где-то на такси поездили. Всем удачи. Кто побежит, найдет банку. Деньги 100% гарантирую. Видео все будет. Значит, подписываемся. Ставим лайки. Обязательно, где что мы неправильно... говорили, пишите, либо рассказывали, да, пишите в комментариях, не мы историки. Не обижаемся, мы не историки, да, вот в этой гостинице я и жил, все верно, а вот здесь я завтракал, сбоку. Доброе утро, и мы, а ты ключ взяла, Оль? Куда мы идем? Отгадайте, на завтрак. О, то, что мы вчера попрощались, это была ерунда, все. Ты видел, мы не сняли в этом... Взял? В этом... А это водичка? Да. Вот, что там? Ничья. Да. Короче, мы идем снимать завтрак, да? Надеемся, что завтрак здесь будет отличный. В общем, у нас завтрак на втором этаже. Тот, кто не знает, наши друзья хотели поехать на первый. Угу. Вовремя мы им... Так... Так, мне нравится. Слушай, вообще, этот отель, о, куча мечей, Adidas. В общем, а куда мы пришли-то, правильно? То есть футболисты? Здесь, что ли, завтра? Я не понял, наверное. Что, а что там столько народу? Короче, ладно, этот, что мы? А вот завтрак. Что тут у нас? А, здесь можно подняться. Вот из холла. Мысль какая, что, в общем, это гостиница четверка, но очень похожа на пятерку. Ладно. Доброе утро. Что надо? 9:02. Проверяю, да. А где наши-то все? Нет наших. А что тут такая команда? Давай, может, мы завтракаем? По завтраку? Ну давай, да, наши-то уже... Да, завтрак здесь зашибись, готовят. Он как в Турции омлеты, яичницу. Саша, как тебе?
Выбор, да? Да, да. Классный, да. Там фрукты, но не стали брать. Здесь какая-то команда сидит. И не одна. В соседнем зале еще. У меня, в общем, омлет. Какие-то, что это, груши, колбаски там. И... Ты пить что будешь? Что? Пить. Водку давай. 200 грамм. Съезжаем из этой прекрасной гостиницы. Да. Гостиница понравилась. Вообще завтрак зашибись. Что здесь? Расположение тоже хорошее. Здесь рядом Мамаев курган. Близко на такси там 100 рублей до центра. Вообще очень хорошее расположение. Гостиница супер. Она новая. Еще раз. Ну, по цене мы вначале уже говорили. Вот завтрак вообще нас удивил. Очень вкусно и шикарный выбор большой. Все, мы сейчас отправляемся дальше, посмотрим, будем завершать видео или все-таки мы еще одну гостиницу все снимем. Еще пока неизвестно. В общем, мы приехали в новую гостиницу. Выглядит она очень такая, 3 звезды. А, называется... Как, Оля? Оля, ты где? Волгодон. А ты где? Да, нас заселили на 2-й этаж. Мы на лифте не поедем. Спортсмены. Вот так она выглядела. Но это старая, отреставрированная, походу. После ремонта гостиница. Так, о, и номер недалеко. Ну-ка, ну-ка. О, ничего себе. Хоромы. Да, так. Да. Вайлонки. Ну-ка, сейчас отдельно. Кровать. Очень прилично. Телевизор огромный. Даже тапочки есть. Кондиционер есть. Странно, что это 3 звезды. Могли бы еще одну, да, прилепить? Да. Вполне. Четверка вполне хорошая. Так, так. Для курящих что здесь? Для курящих есть выход. Ой, блин, зачем 3 звонка? А? У нас вот отсюда мы приехали. Вид у нас такой. О, что за арка такая? Оля, иди сюда. Я здесь. А что за арка? Можем пойти прогуляться, посмотреть. Да. Короче, странно вообще, да? Шашлыки поесть. Тема. Есть микроволновка. А куда ставить? А, вот сюда. Есть холодильник. Слушай, все. Единственная мебель, ну такая, как бы, дешевенькая. Шкаф. Ну, нормально, так и добро. Есть пол... Ничего себе, Оля, халаты есть. А Наташа же в халате. Ну да. О, ванна. Ванна. Большая, просто... Полочки. Есть все шампунчики. Ничего. Не, вообще очень приличная, да? Да, очень хорошая. Очень приличная ванная. Полотенце по 3 штучки. Так, что здесь? Тапочки. Водичка. Ну, информация всякая. Ну, очень приятно. Даже вот мы в той были гостинице, там ложки не было. Да. Здесь вот ложка есть. Вот. Ждем мероприятия. Не знаю. Наверное, мы его показывать не будем, но мы сейчас прогуляемся еще. Успеем. Гладительная еще есть. О, ну-ка. О, нифига, какой шикарный номер. Нифига. А, я думал, здесь, видишь, я думал, здесь будет этот очередь. А здесь зато есть балкон, видишь? Здесь очередь, я думал, будет, а здесь 3 доски. Ты кушать хочешь? Класс. Что сейчас, что я дарю? Ну, санузел маленький. На первом этаже там. Ой, ну здесь нет санузла, что вы? Нету, конечно, это гладительная. Но у них, я тебе говорю, по размеру такой там. Ну, хороший номер, Саша. Не, это самое. Хороший. Волгоград! Единством, жив и честью. Мира тебе, Волгоград. С левой непроклятой кровью на камне и спит. Мужество отцов, презрение к страху. Цвела земля, где нам детей своих крестить, Волги с Доном пить живую влагу. Так пусть
над тобой. Пусть смеется день в лучах заката. Решили прогуляться. Здесь вот такая огромная. Сейчас я пролетел, там видно на коптере. Очень длинная набережная. Ну, ее, видно, недавно сделали, но она уже в таком состоянии, ну, не очень ухоженном, да? Ни одной лавочки нет. Тут есть места вот для лавок, лавок нет. И вот здесь шлюз. Вот это интересная вот арка такая. Видно, уже давно построенная. Это у нас что? Волгодонский судоходный канал. Ну, детская площадка, как всегда, нет ни газона, ничего, так все в таком состоянии непонятном. В общем, никакого восторга у нас от Волгограда нет. Конечно, вот то, что еще раз родина-мать, это очень красиво. А здесь что, Севастопольская набережная, это, пожалуйста. То есть вот эта набережная, это Севастопольская набережная называется. Ну, здесь вот катаются, я не знаю, где они, правда, берут, это где-то, наверное, вообще в начале далеко. Ну, вот такое вот слегка удручающее здесь картина. Ладно, мы сейчас пойдем в гостиницу отдыхать, и вечером у нас будет еще мероприятие. Всем привет. Мы идем сейчас на разведку, посмотрим, какой в этой гостинице Волгодон завтрак. Мы хорошо лифтом не пользуемся. Сразу оп, на первый этаж. И ты в ресторанчике. Вот шумновато здесь. Что у нас с завтраком? Хлопья, сыр, колбаска. А, масло. Смотри, масло есть сливочное. Водичка, молоко, лимонная вода. А это что? Бисквитик, да? Маффин, слойки. Вообще очень достойно. Тут топпинги всякие. А здесь еще были сырники, сейчас их принесу. Чаечки разные. Кофе. Соки. Вообще прилично. Там сейчас еще во вторую половину я схожу. Что у нас продолжение завтрака? Горчица, кетчуп. А здесь что у нас? Яйца. Каша. Кстати, вкусная, мы уже поели. Здесь курица. Курочки, котлеты, ну, гарниры. Так, салатики. Ну, можно тостик себе сделать. В принципе, вполне себе, да, завтрак? Да, Оля? Выбор. Ой, так неэстетично, смотри. В общем, нас напугали с пробками и так далее. Мы приехали пораньше. На такси не было никаких пробок, проблем. И мы в бизнес-зале. Очень приятно, что здесь есть бизнес-зал. И очень такой приятненький. Сейчас быстренький обзор снимем. Еще напоследок. И сделаем выводы. О, какие сувенирчики интересные. Волк, он 120 тысяч стоит. 121. 99. Это рысь, по-моему, да? Ага, ковер. Из рыси. Белочки прикольные. По 9 тысяч. Вру. По 5950. Такие родина-мать. Шахматы, нарды. Какие-то, видимо, нарды-то не дешевые. 17 тысяч почти. А, Волгоград. Что здесь еще? Вот такие вот штучки интересные. Можно получить массажик тайский. Так, это, наверное, продажа у них тут что-то. Нельма. А, это вот это и есть, тоже типа селедка. Так, это напитки, бар. Ну, это все платное, скорее всего. О, что здесь? Морковка. Да, и капуста. Капуста, морковка. А здесь что у нас? Хлеб. Здесь что? Вот, как раз подержи, я положу. Очень мило. Извини. Да-да. Дорогой вас держатель, я тебе хочу сказать. Спасибо. Так, здесь у нас что? Гречка, рис. И здесь у нас супчик, наверное, да? Нет, каша. Какой-то каша? Ну, похоже на супчик. Он булочки есть. Соки, вода.
Ну, все равно хорошо, что народу мало. То есть мы тут одни. Сейчас наши подтянутся. И все. И мы опять в городе герои Москва. Москва. Так, впечатления какие у вас от Волгограда? Мне очень понравилось. Родина-мать, стоит съездить обязательно всем. А вот сам Волгоград никакого позитивного впечатления на меня не произвела абсолютно. У меня такая же ерунда. В общем, они что сделали? К 2018 году чемпионату мира построили новый стадион, облагородили там рядышком все, построили новую гостиницу Хилтон, в которой мы жили, сделали ремонт Мамаева кургана полностью, газон и так далее. А так город, ну, не ухоженный, нет лоска, нет ни газонов, деревья все не ухоженные и так далее. Леша, мы здесь. В общем, всем пока. В общем, за нами приехали. Всем пока, подписывайтесь, колокольчики, пишите комментарии. Все, а мы поехали.